5 персонажей, которые должны выжить в финале «Игры престолов». Когда ты играешь в «Игру престолов», то либо выигрываешь, либо умираешь. Именно по такому правилу движется сюжет любимого многими фэнтезийного сериала. Все это началось со смерти главного героя, Неда Старка, который был убит уже в первом сезоне. В фантастической эпопее HBO нет никакой гарантии, что кто-то 100% выживет. Даже если ты главный герой или просто хороший человек, не дает тебе иммунитет. А пока поклонники предполагают, кто лишится жизни в предстоящих сериях, мы также решили поразмыслить над этим вопросом. Фанатам безумно полюбился этот коротышка, и они буквально угрожали беспорядками, если он умрет. Несомненно, он самый популярный персонаж телесаги, и его трансформация была слишком полной, чтобы его убили. То, как он идет против своей семьи, стоит на своем и движется к успеху, когда ему сулят смерть, невероятно. Персонаж, играющий огромную роль в политических играх, всегда держался на расстоянии от смерти. Варис настолько умен, что всегда имеет стратегию отхода и не лезет на рожон. Его кончина, вероятно, должна быть одним из самых шокирующих событий, если, конечно, это произойдет. Один из самых добрых и милых персонажей мог погибнуть уже несколько раз, но ему, судя по всему, уготована очень важная миссия. Он вполне может умереть, пожертвовав собой ради любимой женщины и ее ребенка, но он имеет огромное влияние на шоу, и вряд ли его убьют. Тем более он один из немногих знает истинное происхождение Джона Сноу. В прошлом считавшийся бастардом Неда Старка герой не просто умер, а вернулся из мертвых и является одним из главных героев саги. И хотя его главенство не значит ничего перед лицом смерти, его настоящее происхождение имеет слишком важное значение, чтобы убить сразу после того, как эта тайна раскроется. Одна из трех оставшихся в живых детей Неда Старка, Санса, скорее всего, останется живой по окончанию истории. Ее светлое будущее почти гарантировано, если учесть ее особое мастерство, опыт и политический инстинкт, который она переняла от мизинца. Все это сыграет ей только на руку и позволит оставаться в безопасности.